Всем привет, это Mimi Shop, и сегодня мы рассмотрим набор санскринов от бренда Village Eleven Factory. В набор входит 3 миниатюрки, они по 25 мл. И начнем свой обзор вот с этого крема розового Kelming Sun Block. У него солнцезащита SPF 50+, плюс PA 4+, это значит, что этот крем будет защищать кожу от любого вида лучей ультрафиолетовых. Это успокаивающий крем, солнцезащитный крем с каламином. А каламин, он обладает успокаивающим эффектом. Он снимает раздражение и борется с причиной его появления. Поэтому такой крем будет идеален для чувствительной, раздраженной и проблемной кожи. А этот санскрин идет на физических фильтрах. А отличие физических фильтров от химических состоит в том, что они отталкивают ультрафиолетовое излучение, а не поглощают его. Но при этом по консистенции такие крема, они более плотнее. Этот крем также имеет более плотную текстуру. Это белый непрозрачный крем с легкой розовинкой. Можете видеть. Но при этом он достаточно пластичный и легко распределяется по коже. Как видите, он не оставляет после себя никаких белых разводов, быстро впитывается, и такая легкая розовинка, она придает небольшой эффект осветления, поэтому для темной кожи такой крем будет слишком светлым, но для светлой кожи он будет отлично выравнивать тон кожи. Вот для сравнения, можно видеть, одна на одной крем был нанесен, на другой нет, то есть видно, насколько кожа стала более однородного цвета. А следующим кремом мы рассмотрим вот этот крем в желтом тюбике. Он идет, это крем для ежедневного использования. Он будет не только защищать кожу от солнца, но и для питания и увлажнения кожи он также очень хорошо подойдет. А также его можно использовать в качестве основы под макияж. В составе крема экстракт портулака, который будет способствовать уменьшению морщин, также экстракт центеллы, он стимулирует синтез коллагена и борется со свободными радикалами. А также в составе есть семена чиа. Они обогащены белками, антиоксидантами и питательными веществами, такими как омега-3. А крем по консистенции, он также белого цвета. У него такая жирноватая немножко текстура, особенно в сравнении вот с предыдущим тем розовым кремом. Но впитывается он тоже достаточно быстро, не оставляет никакой жирной пленки на лице, никаких белых разводов. Вот от этого крема, конечно, матовой кожи не будет, он дает легкое сияние на коже. Но несмотря на то, что крем имеет белый цвет, он не выбеливает лицо, он слегка выровняет тон, но как бы это не будет какое-то белое такое вот пятно на коже. То есть, и повторюсь еще раз, он будет очень хорошо и увлажнять кожу. Этот крем можно использовать в качестве базы под макияж, любые тональные средства на него очень хорошо наносятся. И еще один момент, этот крем, он относится к смешанным фильтрам. А он содержит и химические, и физические солнцезащитные фильтры. И следующий крем из этого набора, это увлажняющий флюид. Он идет вот в таком голубом дизайне. Этот крем на основе глубоковлажняющей эссенции с экстрактом семян моринги, который вместе с запатентованным комплексом Natural Protection поддерживает необходимый уровень влаги. Экстракт моринги, он обладает антиоксидантными свойствами. В составе также есть сквалан, который будет защищать кожу от потери влаги, и экстракт семян чиа. Он используется против увядания кожи. Также экстракт центеллы и экстракт хаотюни, которые используются для лечения воспаления на коже. А также при изготовлении данного крема используется особая технология Oil Drop, которая позволяет всем необходимым питательным веществам проникать глубже в кожу. Данный крем, он идет на смешанных фильтрах, так же как и желтый. Он содержит и физические, и химические фильтры.
смотрите, физические фильтры, они отражают солнечные лучи. Их плюсы их в том, что они редко вызывают аллергию и подходят для чувствительной кожи. Минус, они могут забить поры, и, как правило, это крема такого белого цвета, и они плотнее, поэтому могут ложиться таким белым пятном. Но хотя современные инновации улучшили их консистенцию, и они таких кремов, они не ложатся уже белым пятном, как это было раньше. А химические фильтры, они наоборот поглощают лучи и не дают проникать им в кожу. Из плюсов, они более как бы эффективно защищают кожу, и у них более легкие текстуры. К минусам может относиться то, что они могут вызывать какую-то аллергическую реакцию. Ну и вернемся к нашему флюиду. Он из всех трех кремов имеет самое большее количество химических фильтров, что, собственно, объясняет его вот такую вот легкую, очень гелевую текстуру. В самой текстуре видны такие капельки, они похожи на масляные капельки, и при контакте с кожей, когда вы начинаете наносить крем, они подстаивают и очень легко, в принципе, распределяется флюид по коже, впитывается очень быстро, после впитывания никакой липкости не оставляет, и после нанесения чувствуется, что кожа такая увлажненная. После этого флюида у вас не будет матовая кожа. Он придает такое легкое сияние коже. Так, и что касаемо количества нанесения солнцезащитных кремов. Для того, чтобы крем защищал вас так, как написано на тюбике, необходимо наносить достаточное количество. По стандарту считается, на 1 квадратный сантиметр кожи необходимо наносить 1 миллиграмм средства. Это где-то 1/2-1/4 чайной ложки. Крема бывают разной текстуры, и лица у людей тоже разные, поэтому начинайте с минимального количества, ну где-то 3 чайной ложки, а потом подбирайте индивидуально.